Парень любит более бескорыстно. Кажется, это от человека больше зависит, а не от пола. Зависит от человека. Точно это не по половому признаку. Невозможно так вот взять и просто взять под одну гребенку всех парней и всех девушек. Я считаю, что это не зависит от пола. Что необходимо мужчине, чтобы женщина обратила на него внимание? Необходимо быть сильным, смелым, ответственным, харизматичным, хорошо шутить, зарабатывать деньги, оказывать влияние, хорошо выглядеть, заниматься сексом и просто быть крутым. Что необходимо женщине, чтобы мужчина обратил на нее внимание? Быть привлекательной. Проблема не в том, что я только что перечислил. Проблема в том, что женщины на этом видео лгут и говорят, что мужчина и женщина находятся в одинаковых стартовых условиях.